Привет! Ура, на Буковеле! Сегодня катаемся первый день в этом сезоне. Люся! И Ника сегодня с нами, первый раз в жизни на лыжах. Ты должна их поставить на эту ступеньку. Ставь на подножечку, она не достает. А, ну тогда сиди, все. Если она достает, она вот так сиди, не упадет. Все нормально. У меня ботинка просто может. Ну все, сиди. Сиди, Таюся. А вон там где-то сзади, наверное, Ася едет, да? Я вижу, она... Одна, я вижу ее. Сзади? Да, вот, я вижу ее. Сзади она спит. Страшно мне с вами со всеми. Мам, когда будем близко бежать, ты меня возьмешь за руку? Конечно, да, возьму, я тебе помогу. Там внизу написано, что я возьму. Конечно, помогу. А, это краска, которая приедет. Да. Это просто... Получилось так, что все сели по-разному. Ну, я не успела сесть на подъемник с мамой. А Ника, когда слезала с подъемника, упала под подъемник. Это ужас! Да, это очень страшно, очень. Папа у нас тоже очень страшный человек на лыжах. И сейчас мы будем скатываться, съезжать с горы с мамой Стаей, а Ника с папой пока потренируются на плоскогорье. Вставай потихоньку. Стой, стой, не двигайся. Да, молодец. Я долго вешу. Поворачивай сюда мимо нас, поворачивай. Проезжай сюда, да. И да, теперь да, опять. О, помашите, помашите. Эй, привет. Это что? Это где солнце светит? Там солнце, а здесь самое солнце. А ты еще не видишь. Мы едем на подъемнике. Да, я осталась внизу с папой на перекус. Она пообедает, и потом следующий подъем уже будет тоже с нами вместе. В следующий раз мы будем сидеть в машине, а дядь Валик придет кататься. У Ники уже лучше получается. Ника сегодня молодец. Я на Асе первый раз в этот год. Умнички! Умнички мои! Да. Ждем папу. А папа, а где он? Не знаю. А что, у вас получается кататься? Молодец, Таюся. Я устала с ней ездить. Ну, конечно, тебе тяжело, что сказать. Ася, каталки. Жарко? Да. Я сейчас буду одену нормально шлем. Там Ника едет вон. Ника тоже свалилась здесь на ровном, да? Да. Одевай, чтобы голова, потому что потная, чтобы ты не простыла. А можно мы в следующий раз уже будем без Таи? Хорошо. Один спуск нам нормальный нужен. Снять стресс после Ники и Таи.
устала очень. Ноги, да, оттай? Да. Ну, тяжело, конечно, ее держать. Она еще навешивается всем весом, получается. Очень тяжело. Никуся, ну что, жива? Долго, молодец, я видела, что ты нормально уже. Умничка. Девчонки чайчик пьют. Мы сейчас будем опять спускаться со склона. Мы идем за лыжами. Поехала, свинюха. За мной, народ. Ты меня не слышишь. У меня одни ученички. Тихо, Ника едет. Давай, Ника. Давай, давай, не бойся. Отталкивайся больше. Не надо, она едет. Пока... Молодец. Молодец, у тебя уже получается. Я что-то...